И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем выполнять какую-нибудь миссию, но для начала я расскажу, что случилось. А, смотрите, что случилось. Вот это исключение. Но здесь нет ресурсов. Короче, если вкратце. Пошел добывать вот эту штуку под названием осколок элементом. И да, было хорошо. Ну, то есть, как бы, там была в чем проблема. Я добываю амбру, амбра весит 5 кг за штуку, понятное дело. То есть, там 2 секунды с помощью буры, и амбра у меня забивает весь инвентарь. Решил поменять мод на стаке. Поменял мод на стаке. Ну, вот, собственно, это и проблема. То есть, если хотите менять мод на стаке, не используйте вот эту фигню. Но, если вот сюда посмотреть, то вы видите 2 из 100. Ой, из 10 тысяч. То есть здесь 2 стака. 2 стака по 10 тысяч, все дела, и все в таком духе. То есть, к примеру, у меня где-то вот здесь что были слитки металла. Я уже сейчас не скажу точно где. Но, если вот ввести не C, а S, то вот они, те самые слитки металла, слитки металлолома, то есть как бы все есть, но добыть их можно только с помощью S+. Возможно, это из-за того, что S+-овские сторожи, возможно, фиг его знает, но суть в том, что вы поняли, как что. Здесь у меня не все уже пустые, потому что с этой стороны у меня кроме Angel Gel'а все было для холодоса, соответственно, я все сюда и достал. Потом перекину. Сейчас тоже лут перекидывать не буду, потом все перекину. Лут достается, для создания чего-либо я могу его использовать, то есть как бы с этим проблем нету. Это самое главное. Кстати, включить. Вот, это самое главное, но в общем как-то так. Моды я обратно все пересобрал. Обратно поставил мод на стаке самым первым, ничего не сработало. Вернул старый мод, не сработало. Короче, забейте, просто знайте, что лут не исчез, но только с помощью S+ можно их перетащить. Как вариант, с помощью трансфера можно перетащить. Вот, типа вот этого. Да, но... Оп! Да, вот, кстати, можно перетащить. Я сейчас просто так подумал, можно ли. Да, вот, пожалуйста, обсидиан перетащился. То есть, соответственно, вот так вот и пошел туда-сюда, все это дело перетаскивать. Здесь у меня не портящийся продукты. Волокно, забыл про тебя. Вот, поэтому их можно спокойно перетаскивать, ну а потом, соответственно, уже подбирать и устанавливать по новой. Здесь у меня была глина, я ее подобрал. Кстати, если подобрать заранее, то весь лут исчезает. То есть я подобрал ее, весь лут исчез, сразу же предупреждаю вас, потому что глины у меня, собственно, теперь нету. Было у меня там 6 штучек, но вы видели. Но, в общем, теперь ее нету, я ее специально подбирал, вот именно это. Такая вот фигня. Вот, и, собственно, теперь приступим к выполнению миссии. Рассказал, чтобы, ну, предостеречь вас какой-либо такой ошибки, как у меня. Так, какую миссию... Да что ж, я все кнопки-то подряд зажму. Какую миссию пойдем? Я предлагаю попробовать допройти океан уже до конца. Эхо классики пройти. У меня в океане только останется устранить... Ну, то есть, глюки устранить все. Оставшиеся 20, ну, вот как бы там по ним пройтись. И крути-кати и жми вовсю. Вот это будет, конечно, для меня все-таки сложно. Это как с кенгурушкой. Это прям очень будет сложно. Это прям жопошно будет, я бы даже так сказал. Но потом попробую, что-нибудь придумаю. Может быть, получится, но не факт. Но опять-таки же, что-нибудь придумаем. Вот, ну это будет за кадром. А сейчас эхо классики. Кстати, да, я уверен, что альфа я также здесь не пройду, так как здесь такая же будет миссия, как и... с черепашками, так же как с кенгуряшкой и так далее. Ой, чё я миссию-то не отметил. Вот, поэтому сильно я не рассчитываю на нее.
поэтому вообще пофигу. Погнали. Оп. И у меня на нейтралочке стоишь. Отлично. Ну все, газуем. Вперед. Короче. Притомил, скажем так, последовательность. Начал миссию, понял, что миссия преследования и мозазавр это еще та жопа. Дошел до одного места, где просто на мозазавре нельзя пройти. Дропнул миссию, в смысле телепортировался в другой биом. Притомил мегалодона 150 левла. Немножечко подкачал так по пути, пока сюда бежал. Остальное здесь качнется. И все. Такие вот дела. Да, прошло примерно полчаса. В итоге. Блин, реально, единственное, что меня сейчас воодушевляет, это то, что миссия подходит уже реально к концу. Это прям ты такой, о, давай, 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 быстрее уже, вот это вот сейчас все закончится. Ну как сейчас? Дай бог к лету. Миссия закончится. И вот это вот, вот эти мысли, типа, ну наконец-то нормальное выживание будет. Я очень прям рассчитываю, что в Генезисе будет нормальное выживание, а не вот это вот дебилизм по миссиям. Да, там я... Как понимаю, там тоже есть какие-то миссии, но там все равно более дефолтное такое выживание, нежели здесь. Здесь это одни сплошные миссии. Там же все-таки что-то среднее будет. Я очень надеюсь на Генезис 2. Блин, прям очень сильно надеюсь. Вот. Но посмотрим, что будет. Вот. Единственное, что, да, вот меня прям... Немножечко еще подняло настроение. Такс. Урона. Отлично. Такое прям желание снимать все дела. Вот это вот там. Те, кто досмотрел до конца, знают, что у меня в конце видео там есть... открывается такая ссылочка на канал. Канал с заметками. Собственно, этот канал я уже неоднократно говорил. Именно из-за этого канала я решил вообще пройти с нуля всю игру. Вот, именно пройти так, как задумывалось, ну, то есть, я считаю, что так задумывалось с разработчиками. То есть, как бы в целом пройти игру, то есть, посмотреть весь контент на карте, только на официальных картах, и уже, как бы, давай быстрее, собака, я тебе сейчас покажу животинку, пошли вон, ублюдки, мать вашу, разойдись, я тебе сейчас... За жопу кушу! Да знаю я, погоди! О, отлично. Погнали. Так вот, то есть как бы посмотреть весь контент и закончить карту. То есть как бы это вот такая вот моя мысль. То есть и каждый сезон, именно первая цифра, это именно означает. Цифра вторая, то есть... S сезон, E это эпизод, и как видите, уже ядрить такой большой эпизод, что там уже 50-й, 51-й выпуск, уже не помню, что там. Вот. А, кстати, на превьюшке циферка это сколько в целом серии, то есть как бы тоже можно посмотреть такую вот статистику маленькую. Да? Хорош лагать. Вот. Собственно, благодаря им, можно так сказать, я это все дело снимаю, просто решил для себя пройти арк. Да, вот так я решил пройти арк. Ну, опять-таки же, те, кто... Вот, кстати, вот это место, где мозазавр просто не пройдет, и вот здесь я уже окончательно бомбанул. Да пошли вы в зад, ублюдки, мать вашу. Ой. Ну, честно, я верю в то, что альфа я не пройду. А сейчас я задумываюсь о том, что, ну, дай бог бы эту пройду. Чё-то они прям всекают конкретные Хьюарниса. Ика. Натуре. Прям, ух. Чё-то прям жестко. Я не знаю, как проходить вот это вот здесь. Прям вообще не знаю. Это надо... Кокулёнков, короче, штук 20, короче. Чтобы они все вокруг тусовались, вот это вот и бегали и пытались дефать, всех убивали вокруг и так далее. Я не знаю, как альфа проходить.
Также я не знаю, как у кенгуру альфа проходить, так что камон. Чё это слышу такое? А, не народ. Ну, в общем, да. На этом канале, продолжу свою мысль, на этом канале вышло новые заметки с Арк 2, и поэтому немножечко тоже такой воодушевился дополнительно на прохождение, уж думаю, ну надо добить вот это вот, и все прям, ух, прям, даже вот решил на всякий случай сегодня элемент поддобыть, уже ресурсы-то не хожу, не добываю, а тут решил, думаю, ну элемент поддобыть, ничего такого, ну вдруг пригодится, короче, вот это, да, потом решил стаки поменять, все дела, вот это, ну, слышали уже, ай, дардам, ну ничего, прорвемся, как говорится. Бронька, кстати, у Мегалодона не очень. Прям всего 200. То есть, как бы, прям конкретно не очень. У меня там 2 седла всего лишь на Мегалодона. И, ну, 200 тоже нормас. На Рексов, кстати, да, у меня сейчас все седла есть. Там 200... Ну, короче, 200 с лишним... До 300 с лишним, короче. Нормальные, короче, седла у меня там, у всех 9 стоят. Два даже каких-то такие более или менее седла на лишние остались. То есть, как бы, ну, нормально. Рексы на всякий случай у меня готовы. Так что, если в чё пригодятся, точнее, если что понадобится, есть кем воевать. Единственное, что нужно будет вроде бы 9 и 8 Рекса подкачать. Потому что они слабенького левела. Но в какой-то из миссий, я думаю, на боссе, как вариант, они точно будут нужны. Я так краем глаз глянул, что там вообще требуется в этой миссии. Точнее, на боссе, что требуется сделать. Ну и как бы я понимаю, что там диносы тоже нужны будут. Как вариант. Не, конечно, с мегапушками это хорошо бегать, которые просто все шотают, ваншотают, но, ну, кроме боссов, естественно. Вот, но по дефолту проходить куда интереснее. Вот эти мегапушки я использую только в крайнем случае, когда прохожу альфа-миссии. Читерные альфа-миссии. Да ты серьезно? Ты что такой жаропас-то? Это просто обычный дунклиостер решил напасть на меня. А я урон, видите сами какой. Вот я вот так сейчас буду бетку проходить. Кошмар. Серьезно. Я сейчас так бетку буду проходить с таким уроном. Мои датчики мигают. Это может оказаться... Давай, плыви речь, что ты... Медленно, как не знаю, что. Ё-моё, как вас много! Да не ссы, прорвёмся! Ща все будет. Главное, чтобы залетные дунклиосты сюда не приперлись, как, по которым урон. Говно. Говно. Ой, короче, газуем. Вау! Ща, погоди. А, не, все нормально, сорвалось. Иди сюда! Ах ты! Я слышу таких, как ты! И сбежал. Вот козел. Да уж. Слушай. Короче, что ты сейчас себя бессмертным, что ли, считаешь? Да погоди. Да ёб твою же за ногу. Бессмертным себя тварь считает. Опа, чё? Еще одно бессмертное создание. Я тебе сейчас устрою. На тебе. Как же бесит под водой, ах, как же бесит под водой. Это прям очень неудобно. Еще вот эти вот неповоротливость, вот это вот прям аж... Ты уверен, что там последний контрольный пункт? Нет. О, Тирнадон? В смысле? Ну здорово.
А как? А я знаю, к чему эта отсылка. Была такая приставка Sega Entertainment System, то есть даже не Sega Entertainment, короче, Sega Mega Drive, Sega Entertainment System, вот трудом попутал с Nintendo. И там была игра Echo the Dolphin, поэтому он называется Echo, потому что игра называлась Echo. И там была такая фигня, ты играешь за дельфинетка, короче, который спасает своих. Суть в чем? Там был эпизод, где птеродактиль хватает дельфина и уносит, то есть помогает ему перебраться. Собака! Вот это кайф! Вот это кайф! Ух! Ой, красиво! Не, разраба красавца, конечно. Ооо, приколюха. Супер, супер. Мне понравилась эта отсылка. Прям вообще кайфово. Мне пофигу, что вы скажете. Я думаю, что это к ней отсылка. Ой, не, ну клево. Клево. Я, по крайней мере, это единственное, где такое видел. И я буду считать, что отсылка к ней. Идите все в жопу. Ой, так, все, лишнее выкинули. Плавать теперь могу. Что я здесь получил? Село на оленя, пару удочек. Ну, говнецо, это понятное дело. Но я просто смотрю. О, так. А, не, это вот эта тэк-винтовка, все нормально. Думаю, какого фига? С чего бы у меня тэк-винтовки взяться? Туда скинем до кучи. Ну, честно. Да. Надеемся, как говорится, на лучшее. Чё, погнали на бетку? Наверное, весь путь я показывать уже не буду. Потому что материться я явно буду еще громче. Ну, извините, урона будет еще меньше. Поэтому грех не материться еще громче. Вот, единственное, что надо будет все-таки на базу сгонять. Блин, надо уже телепорт под воды был поставить когда-нибудь уже. Сейчас надо вспомнить, где моя база. Где-то там. Короче, за кадром пройду миссию. Бэтл. Так. Разгрузился. Стоять! Собака. И бэтка. Ну и если будут какие-то моменты, я, конечно, включусь, но. За этой животиной, дружище! Включусь в конце. Почти дошел до конца. Почти дошел. Но 58 хп это явно не жилец. Поэтому. Да. То есть вот первая же атака, это, понятное дело, снесет. Бэтку на одной кокульке не пройти. Да уж. Это прям реально проблема. Это прям чертовски сильная проблема. Потому что сейчас первое это и то есть, любая атака там типа все. Сразу же будет кранты. Ну, собственно, вот на эта атака и плывет уже. Сейчас. Пью! Я. Вот такие вот дела. Ну, сейчас попробуем мозазавра за собой присвистать. Да. Как я часто это слышал, когда играл в миссию с этим. С кенгуру. Это просто бесячая миссия с кенгуру, если честно. Но опять-таки же, да, тут уже и альфу-то тяжело пройти. Ой, бетку, альфу-то и подавно. Ну, погнали, будем призывать. Ну,
там после первого же файта там просто скосили до 5000 с 7,5, и типа уже было понятно, что ну дофига тяжело будет. С первого раза не пройду. Возможно, если было бы две акулы, да, было бы легче. Но, блин, я не хочу еще одну томить. У меня последняя миссия осталась под водой, и альфа я точно не пройду. Натомить 150 акул, чтобы пройти альфа, блин, я не знаю. Как-то так. Буду пробовать еще раз. Ну что я хочу сказать. Бетку кое-как. Кое-как, вроде как, прохожу. И это... Это просто кошмар какой-то. Короче, миссия не просто не хотела мне отпускать. В целом игра, короче, была против меня. Во-первых, ну, ту миссию я просрал, вы видели. Я стартанул по новой. Зазываю за собой мозазавра. И угадайте, что он делает? Стоит на месте. То есть даже если... Единственное, что он двигается, как двигаться, на агрессии. Все. Атаковать вашу цель, нейтрал и так далее. Присвист, он не двигается. Мозазавр не двигается. Отлично. Полпути туда-сюда, мучаюсь, вызываю, призываю так, чтобы он хоть как-то кого-то атаковал. Ноль реакции. Рядом с ним меня мутозит. Ноль реакции никакой. Окей, думаю, фиг с тобой. Уже не знаю, что делать. Игра вылетает. Замечательно, думаю я. Как говорится, выход из ситуации сам себя показал. Игра вылетела, стартую по новой. Благо, откинул меня практически на начало миссии. Там буквально отходишь до первых водорослей и все. И, собственно, да, вот мозазавр вернул на базу, сам стартанул. И вот, пожалуйста, кое-как бетку прошел. Альфа даже часто пытаться не хочу проходить. Как меня тут мудохали, это просто ужас какой-то. Прям просто чудо какое-то, что я прошел, и столько хп-хи было у Ика. Просто, мать его, чудо. Просто слов нету, одни эмоции, прям... Легендарное седло, броня 30, не 300, 30. Легендарная. Если что, из-за того, что она легендарная и броня 30, она стоит дофига. По ресурсам. Да уж, это я даже у себя хранить не хочу. Фу, заморался. Кошмар. Что тут у нас по рецепту? Ох ты, нифига, я могу тебя разобрать. Прикольно. Попробуем. В итоге все очень даже весело. Весело, как бы не сказать хуже. Но самое главное, что прошел миссию, и пускай с трудностями, но все-таки получилось бетку тоже пройти. Альфа, я не знаю, что там, как там надо делать, но это прям очень будет тяжело. Я прям уверен, что вот так вот я ее не пройду. Если пройду, понятное дело, расскажу, что, когда, где, но сомневаюсь. Там примерно такая же будет жопа, как и с кенгуру. А с кенгуру там полегче, там не под водой. Да. Поэтому такие дела. Единственное, что я могу сказать, очень-очень сильно бесит, когда... Дунклиастеи с миссии нападают на тебя, и из-за этого агрятся обычные дунклиастеи. И вот по миссионным ты наносишь урон увеличенный, а по обычным нет. И вот из-за этого ты просто стопоришься. То есть мало того, что там еще разные эти... разные пол все дела, так еще вот из-за вот этого у них больше брони, и ты такой, да твою мать, опять это не миссионный, и блин, это прям вот это было самое жопошное, но в этом плане. Так, но в целом прошел на том хорошо. Так, погнали, я хочу посмотреть все-таки, переработается он, не переработается.
Это седло. Хоть у него и отображается, но... О, Гриндол, отлично. Сколько ресурсов получил, просто неописуемо. Хорошо, что иногда багается. Ну, не знаю, может баг, может не баг. Но суть в том, что хорошо, что иногда багается. И можно получить вот такие вот плюшки себе. Это хорошо. Это делать не буду, потому что у меня хитина и так дофига. Только достану его из вот этих всех. И обратно нужно будет. Ну, в общем, сейчас полчаса примерно потрачу, наверное, на все вот это вот восстановление. Но что поделаешь, куда деваться. Вот, это переработался. Отлично, можете тебя выключить. Вот такая вот жопа, как бы то ни было. Кстати, да, вот это я там верну. Я понял, из-за чего они багнулись, потому что вот это, видели, да, у меня не забагнанный был, но там стаки. Там стаки старые. Даже установив новый мод, он все равно уже забагнанный, все дела. Там идут стаки старые, поэтому я не могу просто-напросто ничего оттуда забрать. И тем более положить. То есть даже если я захочу туда положить, я не смогу положить. Даже знаю, что там металл, да, допустим, или вот как у меня там были, я не смог туда вот эти вот... панцири положить, потому что забагалось все чертям собачьим. Ладно, фиг с этим всем, там уже разберемся, что делать с миссиями, с миссиями, которые мне еще предстоит пройти. Ну, в смысле, вот это альфа, вот эти вот все жопошные миссии, особенно я не знаю, как пройти миссию на Bloodstalker. Bloodseeker, Bloodstalker. В общем, на пауке вот этим отвратительно, отвратительно миссия. Ну, я не умею им управляться, как ни крути. Но надо будет что-то придумать. Ну, либо искать мод. Если знаете, какой мод, который открывает все миссии, то напишите название в комментариях. Потому что я хочу все-таки пройти альфу. Альфа, в смысле, вот это вот альфа, ну, Оракула, вот это вот, кто там, вирус, вот это вот, головешку, то есть альфа-босса карты я хочу пройти, а его можно будет пройти только, когда пройдешь все миссии. Да. Жопа. Ну, а я на том уже с вами буду, пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.